ВСУ разбомбили нефтезавод «Лукойл Нижегород-Нефтерк Синтез» в городе Кстово Нижегородской области. Дрон разбомбил установку по перегону нефти, из-за чего дальнейшая эксплуатация завода невозможна. Со слов местных рабочих, горит атмосферно-вакуумная трубчатка, одна из основных установок для таких предприятий. Как сообщает так называемый глава региона, случилось все в районе Кстовской промзоны. ВСУ, как всегда, сработали ювелирно, без пострадавших среди мирного населения. В итоге, российскому нефтепромышленному комплексу вновь нанесен чудовищный ущерб. На данный момент московский режим сгоняет на объект всех пожарников города, но они все равно не могут справиться с пожаром. Как минимум на несколько месяцев, весь завод или какая-то его часть будет выведена из строя. Ведь произвести ремонт такого редкого и дорогостоящего оборудования так быстро не получится. Учитывая размер пламени, ущерб нанесен колоссальный. Вывод из строя нефтезавода — это в сотни раз круче, чем подрыв небольшой нефтебазы. Так как нефтебаза — это хранилище топлива, а завод занимается производством нефтепродуктов. Примечательно, что ранее мы уже били по Нижнему Новгороду, и в этот раз также поражен важный объект. Расстояние поражения составляет 830 километров, что является довольно приличным показателем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.